Как он в ВК подписан? Как его найти в ВК? Я хочу с ним поговорить. Надо сообщить, надо делать разоблачение. 12 миллионов чувак просто купил аккаунт и его забанили. Так, подождите. Мне говорят, что тут что-то типа не так. Подождите. Оп, подождите. Пруф в прямом эфире. Обвинив во лжи весь мир и в хайпе собственных бояр, наш герой по имени Жабеныч, быстренько надев лосины, приготовился к борьбе. С огромным, бурым и лохматым, сочным, жирным, волосатым, медвежьим перчиком в 3 метра. Ладно, все, хватит. Всем привет, братья и сестры, на связи отец Евген. Здорово, отец. Наверняка каждый из вас уже слышал о том, что один из самых знаменитых аккаунтов в нашей игре был продан за огромное, за безумное количество денег. Продан он был, естественно, в кавычках. Спасибо, Кэп. Эта история буквально взорвала наше комьюнити, и многие фанаты человека, чей аккаунт был продан, полетели писать недоумевающие комментарии под его видео. Охуеть, не встать! Под видео автора, который якобы купил его аккаунт, под видео и стримами других ютуберов, прося их дать свои комментарии. Посмотри это видео, расскажи, что это за жесть вообще происходит? Ребят, в этом своем видеоролике я хотел бы дать свой комментарий касательно всей этой ситуации и расставить точки над «и». Рассказав вам, для чего все это было сделано с точки зрения человека, который является обычным зрителем этих самых видеороликов. Ну и, конечно, человека, который недавно разъебался автора этих самых видеороликов. Мой видеоролик снят по двум причинам. Во-первых, сделано это только потому, что ни одного гребаного стрима на моем канале не проходит без упоминания этой темы. Не видеоролик, первый раз сейчас об этом узнал, но клянусь, я уверен триллион процентов, что просто пошел посрать. Он дома сидел, говорит, о, сейчас пранкану. Пока он там срет, личинку откладывает, я удалю его аккаунт. Ха, будем творить зло! Люди как сумасшедшие пишут мне, посмотри, ты знал, что он продал свой акк, это же жесть, он нарушил правила, отец, что ты будешь делать? Ребята, окей, после недели люди начали снова писать о том, что этот аккаунт был заблокирован. Хорошо, я дам свой комментарий. Во-вторых, тема довольно интересная. Не сам факт продажи и блокировки, а именно формат таких видеороликов. И участие в этом самого крупного ютубера на СНГ регионе. О котором я, кстати, говорил в своем разоблачении и в ответке. Давайте без лишних слов и сразу же к делу. Слушайте внимательно. 27 апреля один не очень популярный ютубер выложил на своем канале видеоролик с названием «Жабка продал аккаунт мне». А что, так можно было, что ли? На этом видео автор больше сотни раз сказал о том, что аккаунт был продан, что он его купил. Более того, он даже показал деньги, назвал сумму, которую он отвалил за этот аккаунт. Более 2 миллиона рублей якобы он отдал за аккаунт Жабеныча. Да охуеть, не встать! Напоминаю, что это самый популярный ютубер на СНГ регионе. В описании этого ролика, в комментариях под ним вы не найдете ни одного упоминания, что ролик снят исключительно в развлекательных целях. То есть авторы, покупатели, продавец на серьезных щах подают свою информацию и говорят о том, что аккаунт был продан. В ролике также нет никаких дисклеймеров. А если учесть, что огромный костяк аудитории это все-таки дети, которые в силу своего возраста, возможно, не выкупят вашу идею, о которой вы сейчас в один голос так яростно говорите, они гарантированно поверят во все то, что вы им скажете. Они начнут обсуждать и тем самым продвигать ваш видеоролик, на котором показан чужой аккаунт в чужих руках. Называются суммы, показываются деньги, и свыше сотни раз сказано, этот аккаунт отныне мой. Я думаю, вам не нужно объяснять, что данным видеороликом вы делаете пропаганду вещей, которые в игре запрещены. Не со стыковочкой, по-моему. И именно об этом я говорю в своем разоблачении, Ванечка. Ты, как самый популярный ютубер в СНГ, пропагандируешь то, что в игре запрещено. И да, пускай в формате шутки, но где написано, что ваш ролик это всего лишь шутка? Ролик снят, ролик хайпанул. Посмотрите, сколько просмотров у автора было до выкладки и сколько стало после. Ролик снят для хайпа. И даже не смейте говорить мне сейчас, что это не так. Ванечка, ты хайпажор. И я в очередной раз это доказываю. Ты такой же хайпажор, как я. Чего, блядь? Ведь совсем недавно ты в этом обвинял меня. Но скажи мне теперь, чем ты по факту отличаешься от меня?
Чем ты отличаешься, когда даешь свой аккаунт человеку, который говорит о том, что он его купил? Чем ты отличаешься от меня, когда для поддержания интереса к этой теме ты снимаешь все свои следующие видеоролики с левого аккаунта? Когда ты молчишь и не говоришь о том, что это фейк? Чем ты отличаешься от меня, когда для поддержания темы ты отдаешь свой аккаунт третьему человеку, который его блокирует, якобы за нарушение правил? Ты, Ваня, хайпажор-неудачник, который явно переиграл в пиар. И это ли не то, в чем я тебя обвинял в своем разоблачении? Ты открыто пропагандируешь то, что в игре запрещено. Да, ты не используешь при этом свой YouTube-канал, но ты используешь свой игровой аккаунт и свое имя. Даже не знаю, что сказать. Ты поддерживаешь тему хайповых видео, снятых только для черного пиара. Тут нет никакой больше цели, только пиар. Свой и чужой. Человека, который этот ролик снял и выложил. Ты красавчик. Но это ли не то, в чем ты обвинял меня? Ты назвал меня жалким хайпажором, что я использую людей как площадку для хайпа. Но кто тогда ты? Пидорас. Пидорасина. И да, пускай я снимаю разоблачение, окей, но в этих разоблачениях есть какая-никакая цель, которая не направлена исключительно на один лишь пиар. Нет, эта цель не заключается в набирании просмотров. Более того, я даже готов жертвовать своим каналом ради достижения этой цели. Жаль, что ты этого со своими друзьями не понимаешь. А у тебя, кроме как повысить интерес к своей персоне, целей больше никаких нет, к сожалению. Ты, делая подобные вещи, провоцируешь людей начинать обсуждение. Ведь вы прекрасно знали, что это будут обсуждать. Ваша аудитория, давай будем честны, да вообще в целом аудитория этой игры, это дети, которые верят своим кумирам, и вы прекрасно это знаете. И то, что вы прямо сейчас делаете, это как минимум низко. Вы манипулируете своей аудиторией. И параллельно, конечно же, обвиняете в этом меня. Ведь дети, которые это видят сегодня, уже завтра идут продавать свои аккаунты. Потому что они увидели, что жаб получил за свой аккаунт 2 миллиона рублей, и ему ничего за это не сделали. Аккаунт до сих пор живой. А чем хуже я, думают эти детишки. И идут продавать свои аккаунты, а после этого их блокируют. Ваши видеоролики — это пропаганда. И именно в этом я вас обвинял в своем разоблачении. И да, сразу после этого вы сняли видеоролик с удалением. И да, спустя какое-то время в описании вы написали, что видео снято в развлекательных целях. Но, блять, много ли людей читают описание к роликам? И вы ошиблись в том, что ваша же аудитория уже съела факт продажи аккаунта. На том видеоролике даже описания нет. И сразу после этого аудитория уже вряд ли поверит в то, что ролик снят лишь в развлекательных целях. Вы об этом не сказали ни в описании, ни в видео, ни в комментариях, нигде. Ты поддержал эту тему, ты начал снимать ролики с левых аккаунтов, ты дал другому человеку, и он его типа удалил. Вы начали хайпить. Так будьте мужиками в конце концов и признайте это. Будьте готовы ответить за свои действия. А то снимаете ролики в YouTube, вызываете людей на обсуждение, а когда вас за это критикуют, угрожаете людям судами и ставите их в ЧС. Ёб твой рот, гениально. Это детский сад, Ваня. Именно это я говорю тебе в нашей переписке. Именно это я говорю в разоблачении. Именно это я говорю в ответке. И ты своими действиями все это только подтверждаешь. Я просто похлопаю. И знаешь что, вот у меня к тебе сразу же вопрос. Ты так яро обвинял меня в том, что я продаю, что я обманываю свою аудиторию. Я суваю им в уши. Какой я плохой, о боже. Ответь мне прямо сейчас, Вадечка. А что делаешь ты, когда поддерживаешь вот такие вот темы, направленные исключительно на черный пиар? Я купил аккаунт, я продал аккаунт, я удалил аккаунт. Ребят, я очень надеюсь, что большая часть моей аудитории поняла, что я хотел сказать в данном видеоролике. Не верьте подобным высерам. Они сняты исключительно для хайпа. Исключительно для вызова обсуждения вокруг своей персоны. Здесь нет цели донести какую-то правду или мораль. Это сделано исключительно для пиара. И я думаю, никому не нужно объяснять, что все эти видеоролики с продажей, удалением были сняты сразу же после разоблачения. Я думаю, большая часть моей аудитории понимает, почему они это сделали. И что это далеко не случайно. Всем хорошего дня, ребята. Будьте умнее и внимательнее. Пока. Очки сезон 20. 3329. Количество лайков 9205. А теперь, прямо сейчас, мы переходим на видеоролик Ocean Games, который удаляет аккаунт. И смотрите, что мы видим у него. Смотрите, в прямом эфире разъебоныч Жабиновича. Опа-на!
Как отличается лайков 9193, а очков 3321. А теперь переходим в аккаунт. Оба-на, изменилась. Оба-на, 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 оба-на. Наебали, объебали, разъебали в прямом эфире. Запомните его лицо, ребят. Запомните это, вот это вот. Это пиздобол. Это пиздобол. Запомните.